Всем привет! Всем привет! Мы с Дашей хотим поменять воду. Мам, выливается? Да, выливается. Вот таким мы образом это делаем. Вот это все вымыли тряпочкой. Вот. А потом наберем новую. Тяжело, конечно, так что-то оно выливается, но ничего. Там мы не каждый день будем делать, а там раз в два дня. Вот так и держи. Выливается в дырочку. Сегодня у нас, с утра было плюс 30, где-то часов в 10. А сейчас уже не знаю даже сколько. Ну, короче, жарко, очень жарко. Я думаю, Даша, что вода очень быстро наберется. Тяжело? Иду к тебе на помощь. Фух, все. Мы это с Дашей сделали. Помыли. Спустили воду. Фух. И сейчас будем наполнять. Да. Да, Умочка? Жарко тебе, да? И Беня, вон, смотрите. Спит. Няшки. Что там с ногой? Нормально все? Ну да. А что это белое? Это шкурка же. Ну да. Точно? Точно. Так, ну все, давай теперь набирать воду. Забери свой халат, там мокро, наверное. Да, нормально там все будет. Мам, иди сюда. Да я ж тут и так. Ну ничего. Нет, дай сюда. Ты не так, ты больно потрогал. Нормально, ничего страшного. Все, Даша набирает водичку. Умка. Дашуль, может, уже хватит воды? Не? Нет. Точно? Я думаю, если мы уже все втроем туда. Да? Сюда. Классно. Я тоже так думаю. Ну, вот это, наверное, завтра уже у тети Оли будет вода теплая, да? Как вы думаете? Я думаю, может, даже и сильно. Да? Да. Анна. Ну, она перед вами была именно такая. Теплая. Ну, а такая. Ну да. Умка стал в тенечке, думает, да ну, вот играться. Думаю, немного куда бы. Ага, последний. Бы... Да ничего, солнце было. Который час? Да. Я не знаю, часа четыре? Часа два. Не, Даш, перед тем, как залазить, надо ноги споласкивать. Сюда не надо грязными ногами лезть. Ты чего, сейчас умка, оно перепрыгнет. Можно идти в купальню ходить? Я думаю, да холодная, тетя Оля, холодная. Так, я сделала мохито, сейчас вам вынесу. Вытяну с морозилки. Душ приняла. Держите, попробуйте. Блин, упала бутылка и согнулась. Спасибо. Ну, холодненькая тетя Оля такое. Я в морозилку засунула. Второй раз, да. У меня сегодня все валится с рук. У меня все, тетя Оля, падает. Я нашла способ. Так это ж бутылка. Вы же все равно будете с нее пить. Только одна, вы. Что ли? Да. Это что? Это вам, лично вам, да. У меня... Я баклажку сделала. Я думала, мы с тобой сейчас... Я сделала много. Это лично ваше. Конечно, пробуйте. Да, я люблю такое прохладные такие напитки. Совсем не сладко, как раз. Не сладко, а мне какой-то вроде бы чуток. Мне очень нравится. Очень-очень. Пейте на здоровье. Лимон, кому интересно, лимон, мята. Освежающий. И сахар, все. А, и газованная вода. Именно вот эту брала. Сильно газованную. И в морозилку. Все. Бина, что мой мальчик? Так тяжело дышит. Даша намачивает расческу и этот, и его, и чешет. Ему просто очень жарко. Он дышит как пес. Да, котопёс. Ты дышишь как пес, котопёс ты. Жарко тебе, да, малыш? Бинуся. Стоять. Боже, прям так хэчи. Хорош. Где-то моя тут Даша купается уже. Машка. Ну как? Ну как? Классно? Офигенно. Ой, какая классная водичка. Слушай.
Умка, ты тоже хочешь? Да? Ты тоже хочешь, да, Умка? А он уже пытался к тебе запрыгнуть, да? Да. Что? Что, малыш? Что? Красавчик. Ага. Умка. Я тебя намочу. Не, не надо меня мочить. Ой, класс. Умка, иди сюда. Что ты так хрипишь? Даш, он сейчас запрыгнет. Нет. Даш, он сейчас запрыгнет. Нет, он так пробовал. Так, ты думаешь, я, ну, я уверена, что ему перепрыгнуть, это не знаю. Ой, что лапой махнуть, да? Да? Серьезно? Ну, красавец. Мам, я здесь сейчас появлюсь. А, ну, давай. Да. Ныряй. Гляньте на него. Стоит, меня облизывает. Ну такой уже нежный. Ой, сори, я пропустила. Давай еще раз. Давай еще раз. Ба! Не, как ты плыла? Я пропустила. Меня тут отвлек этот красавчик. Слушайте, у нас гремит гром. Наверное, будет дождь. Да? Да. Кто это так хочет внимания? Дождь будет, наверное, дождь. Во какая туча темная. Слушай, я думала, бассейн будет несколько дней, но если дождь пойдет, то, наверное, придется менять его потом. Воды-то много набрали. А прикинь, под дождь в бассейне. Угу. И вода будет стекать уже отсюда, потому что воды будет слишком много. Хотя накрытие. Ну смотри, мам, накрытие не поможет, оно будет набираться еще больше. Угу. Но в принципе, погода теплая. Ну ему так хочется внимания, но это просто что-то. Облизывает меня. Мам. Целует. Вкусный мой палец, да? Грызаешь. Что ты меня грызаешь? Как могу, только отойди, если не хочешь намочиться. Ну, давай, отойду. Показывай, что ты можешь. Ты что, будешь запрыгивать теперь? Ты чудо! Тебя оно что-то укусило уже, Дашка. Где? На ноге, кстати. Так, ладно, пошла я к Проше схожу. Я хочу с ним погулять. Тише, тише. Тут так офигенно. Ну, давай, купайся. Да не, пока не буду. Купайся. Проша, привет. Смотри, что я тебе принесла. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Проша, я тебе веточек принесла. Это вишня. Ух, ты будешь вишеньку? Ням-ням-ням. Кусь. Кусь. Прошка. Прошенька. Что застыл? Ты соскучился по Кате, да? Еще будешь? Держи. Это тебе. Прошка. Прошенька, хороший, как ты тут, рассказывай. Прошенька, Прошечка, Проша, хороший, хороший. Ой, побаиваюсь я его, побаиваюсь. Прошка, давай я тебя чуть-чуть освежу. Ой, освежу. Давай. Вот так. Тебе нравится, Прошечка? Давай чуть-чуть. Прячется. Ты прячешься от меня? Прош. Прош. Ну ведь хорошо, правда? Мальчик хороший. Иди сюда. Иди. Ну давай.
Ой, тебе нравится, да? Тебе нравится. Прошь, хорошо, правда? Еще? Прошечка. Еще? Прошь. Ух, как хорошо, да? Ну, как классно у него смотрится. Вообще. Все удобства тут тебе, да? Прошка. Давай еще чуть-чуть, давай. Чуть-чуть, давай. Вот так, вот так. Ой, как хорошо. Что ты глазки подставляешь, чтобы тебе не в глазки. Ой, да, ты даже подходишь. Вот так. Ну все, я думаю, достаточно. Да? Прошечка, мальчик. Прошка. Проша, Проша. Мне бы хотелось, чтобы он ко мне на руку полетел, но, честно говоря, я боюсь. Вот боюсь. Иди ко мне. Иди ко мне. Боюсь. Вы только посмотрите, какие умные глазища. Прошка. Прошечка. Мальчик. Соскучился по Кате? Катя посмотрит видео и скажет: мой хороший Проша. Да, скажи, Катя, привет. Передай Кате привет. Скажи: Катюша, привет, у меня все здесь окей. Да, Прошечка. Хороший.